Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман, канал Freaks and Games. Мы продолжаем с вами играть в My Summer Car, моя летняя машина, или как она там называется. Так, где мы остановились? Точно, мы сохранились в параше. Жажда не то, чтобы нас пугает, голод больше пугает. Смотри, что я хотел сделать. Мне, кстати, дали подсказку небольшую. Я не очень-то этому рад, потому что я не люблю спо... Тихо. О-хо-хо. Подожди. Не понял сейчас. А, ключика-то нет. Блин, я все могу делать, только не могу... Ах ты ж, ёжики в тумане. Вот это, кстати, да. Меня сейчас просто на секундочку напрягло, что я сейчас... Блин, а может можно было отсюда колеса скрутить? Так, что я там по спойлерам-то хотел сказать? А, что мне сказали, что в целом-то правильно я думаю насчет мопедки. Но за одним исключением. Можно по мопедке залезть, а можно, еще мопедкой вынести дверь. Кстати, я хотел провалиться вот сюда. Опа. Я понял. Бляха, так это же все! Да ну нет! Нет! Какое сохранение? Ты что делаешь? Бля, ну здесь, кстати, кнопка продолжить теперь есть. Но сохранение какое нахрен? Сохрани меня, загрузи в туалете, пожалуйста. Загрузи в туалете, загрузи в туалете. Бля, вообще где? Не понял. Пап. Пап, это хорошо. А это что, аптека? Пост, почта? Что это такое? Заправка, пап. Это аптека, судя по... Подожди. Это магазин? Так, подожди, а где... Лопья. Бляха, твою ж-то мать. И где мне сейчас искать? А оно все сбросилось или как? Мы до этого умирали, мы умирали с концами. Пытаюсь вспомнить, просто сохраняется, не сохраняется, сбрасывается, не сбрасывается. Так, лопья. Лопья, 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 лопья. Я не знаю, что такое лопья. Но это, судя по всему, нур-фур-фур-фур-фур, что-то там. И в каком направлении мне сейчас двигаться? Так, мы там шли, там была дорога какая? Хорошая, плохая? Грунтовый или асфальт, я не помню. Опа, озеро. Так, вот мой ориентир. Озеро, озеро, озеро. Сейчас попробуем пофантазировать. Получается, загрузиться обратно в то сохранение я не могу. То есть при смерти срабатывается... А может, надо было Alt F4 быстренько нажать, чтобы он меня не успел сохранить? Но это читерство, это неправильно.
Так сейчас будет ночь, я вообще ничего не увижу. Короче, я понял, что в канализацию проваливаться нельзя, там сразу пипец наступает. Это что-то типа, наверное, школы, потому что, видишь, тут стадион, не стадион. Вот озеро. Вот мой остров. Значит, мне надо... Ой-ой-ой. А это, походу, очень далеко, но мне надо идти налево. Давай пойдем по берегу. Будем надеяться, что здесь хотя бы будет посветлее. Блин, скиети же пассатижа. Это прям вообще сейчас не к месту смерть была. Но теперь я знаю, что в колодец лучше не лезть, потому что сразу наступит пипец. Получается, город у нас сразу за островом. На острове у нас, соответственно, коттедж, дача, вилла, называй как хочешь. Но если поплыть с дома направо, то мы попадем туда, куда нам надо. Там, соответственно, у нас похоронена наша лодка. Мопед-то у нас дом. Так, а мы до дома сейчас как доберемся-то? Когда тут лес неприступный? Жажда. Блин, меня жажда, наверное, замучает. Что-то я зря рванул-то так. Надо было по дороге идти, там хоть колонки были бы. Блин, надо сейчас тогда из леса выходить и идти по дороге. Я просто боюсь, что если там попадется развилка какая-то, я поверну не туда и попаду, опять же, да, не туда. Здесь хотя бы хоть что-то видно. Здесь, видишь, вода отражается. А можно отсюда попить? Хер там. Ну зря, это же в целом озеро. Вода здесь не соленая, это ни море, ни океан. Да, можно, конечно, просраться от этого, но когда вопрос жизни и смерти, можно было бы и попить. Почему бы, собственно говоря, и нет? Не понимаю. Странно, вроде земля, а по сути вода. Так, где у меня поворот-то в речке должна быть? Там есть колонка. Там, где мы подохли, там помимо канализации еще есть колонка. То есть там я могу попить воды. Из леса я теперь не выйду, потому что здесь, видишь, непроходимая чаща. Все, пипец. Ну, кстати, тут досмотрел наконец-то поколение Ви. Неплохой сериальчик. Прям хорош. И пацаны были отличные, и поколение Ви неплохое. Да, конечно, есть вопросы, но в целом вопросов нет. Сериал годный. Так что смотри обязательно, если еще не смотрел. С Локи не сравнится, Локи лучше. Это не из-за того, что мне нравится киносупергероика, вот это вот все. Хотя, какой Локи супергерой? Ну, хотя да. Ну, короче, нет. Дело не в этом. Дело в том, что они в целом в разных мирах проживают. И Локи мне показался весьма-весьма прикольным сериалом. Особенно концовка. Прям там вообще разрыв пукана был. Блин, жажда-то, все пипец. А я, получается, если сдохну, то я опять попаду в город. Ну, хотя бы я буду знать, куда мне идти на этот раз. Еще и гремит. Ну круто, давайте еще дождь. О! Это что, дорога? Потому что там человек стоит. Так, это дорога. Я не вижу ни хрена, но возможно там будет колонка. Ничего не видно вообще. Жажда уже все покраснела. Пить хочу. Колонка, по идее, наш не может стоять просто так. То есть нужен какой-то дом. Ориентируемся на дом. Видим дом, значит, там есть колонка.
Если есть колонка, то значит мы спасены. Если мы спасены, то значит все отлично. Но только все равно ничего не видно. Опа. И здесь какой-то дом. И там какой-то дом. Блин, ну тут дальше, но он больше. Возле маленького может и не оказаться колонки. Я не вижу ровным счетом ничего. Там на горе еще какой-то дом стоит. Сейчас как будет прикольно, если я провалюсь в открытый люк. Но хотя кроме меня дебилов больше нету, которые бы люк открывали. А кстати, крышка от... А насчет спойлера я рассказал, нет? А, подсказали, что с мопедкой я правильно думал, что можно залезть. А еще сказали, что дверь можно вынести, опять же, если кинуть туда тяжелым предметом. Тяжелый предмет, по идее, это вот крышка от люка как раз и есть. Потому что у меня, по сути, остается только руль и... Крышка... А, это теплицы. Это не дом, это теплицы. Твою мать. Ой, ладно, пойдем до следующего дома, попробуем дойти. Возможно, здесь возле теплицы есть где-то колодец, но колонка, но я ее не вижу. Да и судя по всему, что я видел, колонки обычно там, где живут люди. А люди в теплицах не живут, они живут в домах. Вот это вот что-то типа уже больше похоже на дом. Гигиена, это я не мытый, да насрать вообще. Подожди, это же дом? Так, это дом. Ищем колонку. Ага. Она здесь наверняка есть, но мы ее тут хер найдем. О, вот это я контраст увеличил, конечно. Кукушка, кукушка, сколько секунд мне жить осталось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ну это все, я жить буду долго, короче. Куда я иду? Ну я куда-то явно иду. Я, наверное, сейчас к озеру выйду. Давай мы пока не сдохли. Блин, вот как так-то? Это неужели вот настолько вот игра... Блин, ну тяжелая нельзя сказать, нет. Она не тяжелая, просто не надо делать того, о чем тебя не просят. Тяжести в ней особой нет. Просто есть... реализм? Наверное.
Так, вот я появился, давай сразу мы тогда топаем. Палевный причал какой-то. Здорово. Что? Текущая ставка. Ну, давай. Ты победил. Спасибо. Да не, мне конец. Я хз, куда там сейчас доходить? Я вот реально понятия не имею. Ну что же мне сделать? У нас получается время вечер. Время вечер. Понедельник. Остановка? Для чего? Она работает? Да, ага. Пара Джарви, вот сюда мне надо. Подожди, реально работает? А как время посмотреть? А, ну да. Не, а что, реально работает? Ага, он не работает. Зачем я... Ну вот это, конечно, да. Еще и в меню постоянно выкидывать. Что это дурацкая привычка? Сохранился, вышел в меню. Сохранился, вышел... Ладно, сохраняться в туалетах, это еще как бы полбеды. Но сохраняться и выкидывать в меню, ну это как бы, извини меня... О! Тут я удачно. Нани, я... Чё ты хочешь? Кокс, please. Я заплатил.
Здрасте. Остановить автобус. А подожди, я не знаю, куда мне. По идее, он меня должен к автосервису привести, нет? А еще сохранение перематывает время. Надо будет, кстати, это запомнить. При этом не увеличивают мои показатели ни жажды, ни голода, ни стресса, ни нужды. У меня, кстати, стресса вообще нисколько не копится. Я супер спок. Так, где у меня остановить автобус? Вот. Пока на сервис ничего похожего нет. Так, 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 а вот это что такое? В смысле? Это конечная? То есть ты меня просто... Ага, ты, наверное, поехал и развернулся так, как конечная, и привез... А, ну ладно. Ну, хотя бы мир узнаю. В целом, он, получается, повернул направо, то есть это туда, куда мне надо, в теории. А что случилось? А, ты выходишь, наверное? В смысле? Херасю, ты ушлый. А можно поехать? Кто выходит-то? Кто собрался выходить? Идите нахер. Пизда, пизда, пизда. Ты... А ты куда пошел-то? Э! Да что, нормально, нет? Собрался в лес и ушлепал. Хера у вас там долбит! Так у вас тут никого. Водила не вернулся? А куда водила-то делся? Он просто собрался, пошел в лес. Верни бабки, скотина, я $25 заплатил. 25 марок. Да что ты делаешь? Куда я тебя подтолкнул? Э! В смысле? Подожди, подожди, ты куда? Меня забыл. А, водилы же нет. Как, в смысле? Твою мать! Да, эта игра полна сюрпризов. Не все так просто, как может показаться. Попытка номер два. Ну, Кокс, пожалуйста.
Давай сюда сяду теперь. Поехали. А чё я с краю-то сижу? А как мне отсюда выйти? А, я не могу теперь встать? В смысле, а где мне автобус остановить? А, вот. Я, наверное, часть похождений по лесу вырежу, потому что... Потому что там смысла никакого нет. Я просто ходил по лесу в темноте, и ровным счетом получилось ничего. Вот, ну автобус, конечно, да. Если он сейчас еще раз попадет в ДТП, и водитель просто свалит со словами «пизда, пизда, 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 пизда», то, блин, я уже не знаю тогда, как мне добираться. Может, а может днем надо? Может, просто ночью тут дебилы всякие гоняют? Как вариант. Что это у меня тут такое? Ага. Но это мы все еще на разворот идем, то есть мы еще не развернулись. Почилим пока. Че это тут заблокировано, что ли? Так, вот, все, мы дали кругаля, едем обратно. Не, ну игра, конечно, еще та штучка. Ебать, это что? Это моя парилка из парилка, или это в игре было? Даже непонятно. В прошлый раз мы доехали ровно до никуда. Куда мы сейчас доедем? Подожди, а если лоси есть в игре, они же так-то это... Вот если пешком ночью ходить, то по идее тебя и лось может переебать где-то за углом. Интересно. Братан, у тебя движок надрывается, переключи на вторую передачу. Может, мы так и доедем побыстрее? Правда, я не знаю, куда мы едем. О, он передернул, красава. Но сервиса я не вижу. Либо я его уже проехал, либо я до него еще не доехал. Но неужели сервис стоит в глуши, что на него нельзя добраться на автобусе? Я не помню, там дорога нормальная, ненормальная была. Там был мост! Вспомнил, там мост был. А по мосту мы пока еще ни одному не ехали. Надо где-то, кстати, часы прикупить. Потому что какой смысл там? У меня рука есть, а часов нету. Время смотреть. Но судя по моей пешей пробежке, автосервис находится где-то очень далеко. Либо я шел не в том направлении. Да не, в том направлении. Давай вот так. А, время час ночи, нихера себе, здравствуйте. Господи, что за обезьяны на этом блядском сатанинском трафике? Конечно, водила тут, да.
Так. Мост через реку. Мост через реку Квай. Но здесь нет построек, нет автосервиса. Подожди. Блинский, походу мне там надо было выходить. Я когда смотрел карту, там озеро только в одну реку уходило. И, соответственно, мост может быть тоже только один. Ёб твою мать. Я проехал. Ну, это, судя по всему, оно и было. Потому что я вот сейчас тоже смотрю карту, я не вижу ни одной больше реки. Соответственно, ни одного моста тут быть не может. Вот мы выезжаем из города, поворачиваем направо. Едем, 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 едем. Вот получается мост. Один единственный. Лопе. Вот там находится... Угу. Твою мать, я проехал. Третья попытка должна быть удачная. Потому что сейчас я уже в курсе, что где куда. Получается, я приеду ночью. Ночью это плохо. Давай еще раз сохранимся. Ну а какой смысл от того, что я приеду ночью? Вот я, получается, ночью приеду. Я там в потемках ни хрена не найду. Опять заблужусь, опять потеряюсь, опять сломаюсь, опять помру. Опять оттуда пытаться как-то выйти. 50 минут прошло, я с толком ничего сегодня еще не сделал. Но у меня 50 минут. Видео не знаю, учитывая, что я его почикаю, порежу. Все еще ночь. А сколько часов перематывается? Блин, как хреново без часов-то. Ну? Так, ну вот это вот уже ближе на утро похоже. Лопай, вот мне надо в лопай. Паб закрыт, а чё он... А, ну он в 6 утра, по идее, должен закрываться. Ну чё, а где автобус? Когда я первый раз сохранялся, получается, время было... Что-то около часу ночи. 12, наверное. Вот это, 00:05. Да, классно. Ну давай, добрызгивай. О. Автобус либо с этой стороны приедет, либо он уже уехал на разворот. 98-й. А, не работает, да? Ну, алкаши ходят. Бляха, да как так-то, а? А что это?
Подожди, это вот это или нет? То, что я думаю. А, это автостоп. Так. Так, а никого нет только. Блях, опять сохраняться до того момента, пока автобус не появится. А что, не могу сесть на этот стул? Не, серьезно, а что, не могу сесть на этот стул? О, странно. Ладно, пойду на остановке посижу. Или вот здесь вот, как положено. Оп. Най-н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 ай. Бляха, у меня жажда, голод копится. Где этот автобус-то? Это машина или лодка? Здесь же озеро еще рядом. Это лодка, судя по всему. А чё время-то так долго идет? Как вообще время тут идет? Это? Автобус ездит через каждое... Что? Подожди, я сейчас в какой жопе нахожусь? Мне надо в лопе. А я нахожусь... Паражарви. Паражарви. То есть он после 12 в следующий раз сюда приезжает в 3. В 6, в 9, 12. Каждые 3 часа, ёб твою мать. Дружище! Это как так получилось? Бедро. Так, братан, пойдем отсюда нахер. Бляха, братан, пойдем, пойдем, пойдем. Ты че, не пали меня? Да твою ж мать, за какую часть тела тебя взять, чтобы ты пошел? Хром мощный. Хоба! Бой его перекинул, да, как я умею? Пойдем, пойдем. Да пойдем, блядь! А чё, он сознание потерял? Он сдох или что с ним случилось? Я откуда знал-то, что так получится? Бляха, дружище, прости. Типа вот он отдыхает. Давай ногу на ногу вот так закинь. Все, ты нормально, ты отдыхаешь. Как тебе? Руку вот, вот. Так, все, пиздец. Твою мать. Текс. Беда. А чё я переживаю? Тут все равно полиции нет. Чего не переживать-то? Не, ну так-то нехорошо, конечно, получилось. А как кто знал-то, что он прям вот так вот сразу? Я вообще случайно так-то? Хэ, типа, хэй, привет. А он бьет. Я еще тут в кнопках путаюсь прям жестко. Бля, братан, вставай, пожалуйста. Или вставай, или спрячься уж с концами. Ах, рука торчит. Да твою ж мать. Да ну куда ты? Опа, опа. У меня, правда, жажда поджимает, ну ладно. Я ничего, я никого не видел, я вот сижу тут спокойненько, жду автобус.
Да, поехали. Поехали отсюда нахер. Да зайди ты. Никого нет сегодня. Ну. Что? Да что, я сел? Мы кого-то ждем? Ты выходишь? Нет, ты не выходишь? Бля, они что-то подозревают. Они что-то подозревают. Пацаны, поехали, пожалуйста. Поехали. Блях, он палит. Смотри, он палит. Ну что ты хочешь? Я не знаю, что. Что тебе надо? Я же сел на место. А. Кстати, я как-то криво сел, не появляется остановить автобус кнопка. Ёб твою мать, чё мы не едем-то? Что сегодня не то-то с этой игрой? Я ж заплатил, что ты еще хочешь от меня? Сел я, сижу. Мне выйти может? Не-не-не-не-не, тихо-тихо. Что-то он ворланит. Опять заплати! Ну что за разводилово? Я ненавижу эту игру. Ой, бляха. Еще раз сохранюсь, может этот сразу автобус приедет. Какая жесть. Какая жесть. Почему он не ехал-то? Но я же все нормально. Зашел, заплатил бабки. Еще раз вышел, зашел, заплатил бабки. Садился на одно кресло, на второе, на третье. Что не так? Автобус стоит, ждет. Отлично. Может, ему просто надо какое-то время постоять, подождать? Я иду. Вот, работает. Дави вот этого хмырёныша, упырёныша. Не, ну это, конечно, жесть. Сейчас главное не проехать. Мне надо Лопе. Вот там, где Лопе, там, соответственно, мне надо выйти. Это мост. Сразу за мостом я, получается, выхожу. И иду по дороге вниз направо. Там сразу налево. Но нам еще тут развернуться надо. Сейчас прикинь, еще какой-нибудь олень, лосел,
Осел, какой-то дегенерат впишется на машине. Сейчас опять не уедем. Это автобус приехал, получается, в 6.25. Вот он не в 6.25, он, по-моему, в 6.05 приезжает. А, он долго стоит, наверное. Угу. Так а чё стоять-то? Тут народу-то. Здрасте. Бабуля-дедуля. Этот палец что-то подозревает, видимо. Уже 5 минут едем. Но в целом, получается, быстро... Ну, время в игре здесь достаточно быстро проходит. Давай внимательно смотрим. Нужен мост. Как только проезжаем мост, сразу же просим остановить автобус. Сколько ты там едешь? 60. Смотри, до 70 разгоняется. Там у него уже тахометр в красную зону подходит. Переключайся, братан. Бро, переключись, пожалуйста. Да-да, ты. Переключи, пожалуйста, передачу следующую. Это завод, наверное, какой-то. Уже 80 практически топим. О, переключился. Молодец, красава, одобряю. Да, это какой-то завод, но он, судя по всему, пустой и неиграбельный. Так, ладно, вот эти поля. Мимо этих полей мы проезжали, то есть мост где-то за этими полями должен быть. А на карте как-то эти поля отображаются? А, в целом, да. То есть как только заканчиваются поля, там уже будет скоро мост. Давай. Ах, неужели я сегодня хоть что-то сделаю? Придется это видео, конечно, знатно почикать, потому что тут такая херня происходила. Я бы даже сказал, не херня происходила, а по сути ничего не происходило. Я всю игру пытаюсь добраться обратно до лодки. Уже больше часа, на секундочку. 1 час 4 минуты. Никак не получается до лодки добраться. А больше 80 мы особо-то, наверное, не едем, да? На 80, видимо, потолок. Ну что, что ты на меня смотришь? Один я тут... А, нет, еще бабуля-дедуля есть. Да я не понимаю, бабуля это или дедуля? Ну как это понять? Что ты такое? О, мост! Ой, почти... Что-то где-то 82 даже едем. Видимо, то, что с горочки немного катимся. Вот, бляха, отремонтирую машину, тоже вхерачу туда в сабвуферы, буду кататься ночью, автобусы шпинять. Да, вот этот мост. Дальше я пешком, останавливай. Останови, пожалуйста. В смысле, останови! Так останови, блядь, куда поехал-то? Дебил, блядь. Дай я тебя на превьюшку возьму. На меня посмотри. На меня посмотри. Вот так вот. Мудак, блядь. Он только вроде начал останавливаться, опять поломил. Спасибо, буду здоров. Опять куда-то поломился. Ой, блядь, как сложно здесь играть, это пипец. Elden Ring проще пройти, чем это. Надеюсь, я туда приехал. То, что меня встречают какие-то постройки, это уже хорошо. Ну,
Но те ли это постройки? Ну, чувак стоит. Пока не ясно, но вроде то. Да, это то. Окей. А где клапанная крышка? Куда я ее закинул? Вот она валяется. Пойдем тогда возьмем крышку от люка. Сейчас попробуем тогда люком проломить дверь. Ну, крышка же тяжелая ведь. Только не упади, пожалуйста. Вот, попробуем ей дверь сломать. Если не получится, тогда забираем клапанную крышку. Едем, плывем обратно домой. Мопедку в лодку. И уже, соответственно, сюда. Потому что на мопеде ехать я не доеду очень долго. Я разломаюсь где-то к херам. А что, нельзя кинуть, что ли? Не, ну так, конечно, не вариант. Люк колодца. Судя по всему, он какой-то бетонный, цементный, я не знаю с чего, но он должен быть тяжелым. Меня воняет еще пипец как, но это не страшно на самом деле. На кой хрен я вообще в этот дом пытаюсь... О, колонка, спасибо. На кой хрен я вообще в этот дом пытаюсь забуриться? А, спасибо. Даже кидать не надо. Так, что? И зачем это все? О, матрас. А что случилось? Здесь, по сути, ничего нет. Матрас вот единственный какой-то обоссанный, и то я его взять не могу. Но это единственный дом, в который можно было зайти. Не просто же так это все. Еще один... Вы мои радости, прелести. Это я, конечно, дал. Не, ну это того определенно стоило. Тут даже без вопросов. Конечно, часа 10 не стоило. Но оно того стоило. Так, ладно. Что это за звуки такие? Надеюсь, это никто не прилетел, не подрезал мои колесики. Судя по всему, колеса здесь в игре на вес золота, их нихера не купить нельзя даже. Что это происходит там? В смысле? Что? Местный житель умер от... В смысле, блядь? Какой нахер укус? Да что? Это... Да как это вообще может быть?
О. No päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Так, сиги возьму. Kyllä tää hirvittää vähän tää bensan hintakin, kun mitenkä se vaan nousee. Да не, не надо мне, я отказываюсь. Minäkin muistan siinä 80-luvun loppupuolella, kun se nousi 3 markkaa makaroni. Bensan hinta, niin silloin moni lopetti aatolla ajan. А чё, колбаса как? Нytkin se ajo... Колбасу нельзя взять? Пошёл ты нахер. Так, чипсы — это херовая еда. Это что? Mitenkä sinäkin oikein pystyt ajelemaan sillä omalla aatolla, kun on... Молоко. Дрожжи, сахар. Я не умею готовить, у меня кастрюли нет. А ты сколько тут? А победил? Вот все пошло оно нахуй. Спасибо, приходи еще, обязательно. Блять, воды не взял. Ой, говно. Вода где у тебя продается? В смысле, у тебя воды нет? Пошел ты нахуй. Не, ну как же так-то, а? Ну какие нахуёсы? Ну что это такое вообще? Почему я не могу на велосипеде уехать? Какие нахер осы? Так, автобус, все, нормально. Сохранился как раз до автобуса. Подожди, бро, я возьму пакет свой. Да подожди, говорю, блядь! Нормально, не немножко. Это пиздец какой-то, а не игра. А, дождь еще. Или ночь, что это такое? О, давай, остановись. Стоп, стоп, стой, стой! Блядь! Как же так-то? Ну просто, ну как же так-то, а? Ну че ты... Что так? Что... Зачем этот автостоп нужен, если автобус посылает меня нахуй? Иду.
пиздец. Ну, блядь. Это какая-то херня. Просто-напросто такого быть вообще не должно. Пошел ты, не смотри на меня. Не, ну это морально тяжело, понимаешь? Игра просто при каждом любом случае тебя унижает. Вот я дошел до этого здания, ну ладно, в люк провалился, я сам виноват. А, дошел, нашел колеса, то что надо было. Какие-то невидимые пчелы, которых только слышно, осы, осы. Взяли и сожрали меня, серьезно? Откуда они там вообще взялись? Я их даже не видел. Это ненормально, это ненормально. Такого быть не должно. Да, я тебе говорю, не должно быть такого. Пипец. Так, ну-ка дай-ка. Ну, что мне еще делать, пока едет? Хоть на комментарии отвечу как. Бляха. Сейчас моя задача основная какая? Добраться до места. Там лежите, чтобы я вас не забыл. А, покупки забрать, кинуть их в лодку, забрать колеса, кинуть в лодку, забрать клапанную крышку, кинуть в лодку и на лодке уже поехать домой. Ой, как-то так. Тут уже поле зеленеть начало. Мне уже кажется, что тут не только время суток меняется, а еще и времена года. Что? Ну что ты смотришь? Что? Мой пакет. А молоко, сосиски, макароны, сиги лежат. Не дам. Нихера. Ты меня в прошлый раз на обратном пути вообще не подобрал. Что ты отвернулся? Да-да, ты. Есть остановка. С другой стороны, там тоже есть как бы место, где остановиться. Я стою с этим автостопом хуевым. Вот так вот. Ты просто мимо проехал и все, а теперь ты на меня смотришь, и сиги. Нет, нет, мой пакет, мои сиги, мое молоко, макароны, сосиски, все мое, пошел нахуй. Где тут? Я тебе сейчас даже, смотри, подожди. А, палец, где тут палец? Вот тебе, блядь. Ты реально бородавка нахуй. На. Вот так вот. А теперь перестань показывать эти жесты руками. А ты перестань смотреть на меня. Гнида, бляха. Ага. Вот так вот. Каждый раз, как ты смотришь на меня, я тебе показываю. Все, ничего не знаю. Понял? И что ты сделаешь? Высадишь меня? Хер тебе. Не высадишь. Я за проезд заплатил. Хочешь высадить? Возвращай бабки обратно. Все 25 марок. Ничего не знаю. Блях, он сейчас меня не остановит, наверное, на остановке по требованию, где мне там надо остановиться. Ну, зато перестал хотя бы смотреть на меня. Так. Я блюдю. Ну что, мы доедем сегодня? Нет. Давай жми быстрей. Это жесть какая-то. Это не игра, это жесть. Это просто издевательство над мирным населением. Что? Ну не, sinun fetepysäkki on tässä. Ala kolahtia. Слышь, тебе говорят.
Шел вон отсюда. А, мне? Бляха. Скотина. Ака, я пакет не могу взять. Слышь, так не работает ни хера. Пакет мне верни, я сразу уйду. Пакет верни, сука, я присесть не могу, чтобы пакет забрать. Наебал. И денег ты не просишь. Все, поехали. Нет? Бляха, ну пакет. Я... Блядь. Пакет, продукты, сука. Дай пакет. Ну что ты за тварь-то такая? Пакет верни. Все, пошел нахуй. Понял? Какая ты мразь, водила, конечно. Я охуею с тебя. Ладно, тебе это еще на том свете сочтется, падла. Не, высадил ведь все-таки. Я думал, не высадит. Так, ладно, дом с колесами с этой стороны. Продукты у меня с собой есть. С голоду я не помру точно. Это мне надо сейчас аккуратно забрать колеса, чтобы меня не сожрали невидимые осы. Ой, ну это, конечно, да. О, вот так проще будет. Не, ну это жесть. Полтора часа. Я потом все это пообрезаю, поускоряю, там получится минут 30, наверное. Не надо дождь, пожалуйста. Не надо. А я знаю, что я сейчас сделаю? Я, наверное, скидаю все это в лодку и просто-напросто сохранюсь. Я, наверное, так и сделаю. И дождь пропущу. И в целом успокоюсь, потому что... Пукан подрывают от этой игры. Ну, вот этот дом заброшенный. О-о-о, прикольно. Не, ну игра, конечно... То есть она, получается, не прощает вообще никаких ошибок. То есть в большинстве симуляторов ты можешь где-то лохануться, где-то еще что-то. И как бы да, возможно, там можно выехать за счет сохранения, возможно, за счет механики или еще чего-то. Здесь не помогает ровным счетом ничего. Возможно, есть какие-то моды, где можно выбирать слоты сохранения или еще что-то. Но, во-первых, это неинтересно, потому что это не задумано так автором. А, во-вторых... Ну, наверное, по сути, да. По сути, это все. Потому что во всех остальных случаях это, наоборот, интересно. Я просто полтора часа херачил на то, чтобы просто добраться обратно. Ну ладно, тут хотя бы автобус есть. То есть, как-никак, игра как бы и не прощает тебе ошибок, да, но, так сказать, дает второй шанс. Вроде что-то типа того. А теперь вопрос, как мне нести все четыре колеса и пакет одновременно. Ладно. Пойдем сразу воды попьем. Хорошо.
Да, но это, конечно, будет немного дольше, чем я рассчитывал. Почему здесь нет инвентаря? Ну, сумки какой-нибудь. Пипец, я могу купить дрожжи, но я не могу купить сумку, чтобы положить туда эти дрожжи. На... Подожди, я туда хотя бы иду? Да, вот дорога. Окей. Дорога — это хороший ориентир. Спасибо за крышку люка, которая очень неплохо открывает любые двери. Так. В смысле? Стоять! Стоять! Я тебе сейчас, ты что? Упади, 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 не катись, не катись, не катись. Вот так. Вот так вот. С одной стороны, конечно, хорошо, чтобы оно скатилось, но с другой стороны, я же потом где его искать-то буду? Так, давай мы сейчас докидаем до моста. А дальше мы просто катер подгоним, так будет быстрее. Вот туда. Дождь нас сторонкой, судя по всему, обходит, да? Это хорошо, это радует. Так, подожди секунду. Ага. Давай, 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 давай. Двигай колесом, зажигай. Не, ну я не думал, что придется до такой, конечно, технологии доходить. Так, все колеса на месте, окей. Давай сразу катер подгоню, потому что ну его нахер. Мало ли что. Так, войти в режим водитель. Вождение есть. Так. Стоп. Окей. Аккуратно. Вот так вот. Аккуратно. Вот так вот. Очень, очень, очень аккуратно. Вот так вот. Очень-очень-очень-очень аккуратно. Вот так вот. Очень-очень аккуратно. Вот так вот. И где моя клапанная крышка? GT. Неужели все это закончится, и я наконец-то доеду до дома? У меня, по идее, есть вода, еда. Есть колеса. Я могу закатить теперь машину и дальше заниматься уже сборкой. Надеюсь, больше никакие запчасти искать не надо. Все остальное это тюня. А где, опять же, деньги брать? Здесь какая-то работа еще есть.
О, кстати, пока я тут, а дай-ка я проверю. Домкрат появился опять. А могу ли я... Подожди секунду. Я обязан это проверить. Подожди, какой ключ на 19, на 20? Так, а тут 15 самый большой. О, интересно. Да не, в обычной гайке, ну, 15, 9, ой, 19, 20, 21. Пошел ты нахер. Нельзя, нельзя, все так и скажи. То есть машину можно поддомкратить, открыть багажник, все с нее, но не поехать, не снять запчасти с нее нельзя. Плохо. Очень плохо. Не приветствуется вообще. А где туалет тут находился? Тут же где-то должен быть туалет с сохранением. Но это сложные были. Час 40 были очень сложные, очень напряжные. Что у меня? Жажда, голод. А чё у меня тут все летает поэтому? Давайте спокойно, пойду сохранюсь. Это, подожди, если оно еще будет двигаться всю дорогу, это получается, я должен еще и плыть очень аккуратно, потому что если я где-то не туда поп... Бляха, это если у меня что-то выпадет с лодки, оно ж утонет. А это предусмотрено вообще игрой? Ну вот я косорылый чувак. Косорукий. Ну и косорылый. Вот у меня... Утонуло колесо, что мне делать? Так, ладно, допустим. Давай сохраняться, продолжим в следующий раз. Ты пока подписывайся на YouTube-канал, на Telegram-канал, на Boosty, пиши лайки, ставь комментарии. Большое спасибо, что посмотрел, с тобой был Роман. И до новых игр.